Сорт винограда Лия. Вот такая величина ягодок у него доходит. Сорт по вкусу мне очень понравился. По описанию он должен где-то 115 дней срок созревания, то есть относиться к очень ранним сортам. Но у меня где-то он ближе к ранним сортам зреет. Мякоть мясистая, сочная, вкус очень приятный, хотя и простой. Чем-то напоминает по вкусу сорт Снегирь, Донские зори. Здесь немножко у меня от полива трещинки, но не страшно. Вот такая Лия. Сорт, повторюсь, очень нравится. Относится к комплексно устойчивым сортам. Имеет хороший вкус. Показывает пока неплохую урожайность все время. Пока безотказен. Вот. Хотя некоторые сорта меня в этом году, да и в прошлом году, сильно буксанули. Спасибо за горулька. Это также Лия, только в сильном загущении на испытательном поле. Здесь так густо, что раньше времени начинается осыпание листа нижнего.